Всем привет! С вами Светлана Никичук и мой очередной выпуск «Еда и я». И сегодня мы говорим о базальном метаболизме. Базальный метаболизм – это минимальное количество калорий, расходуемое человеческим организмом для поддержания собственной жизни в покое. Такие калории тратятся на дыхание, на кровообращение, на пищеварение. Различные факторы, такие как пол, возраст и особенно функционирование щитовидной железы, могут влиять на величину скорости обмена веществ. Для того, чтобы рассчитать свой собственный обмен веществ, вам понадобится простая формула, их достаточно много в интернете. Одна из них – это формула Харриса-Бенедикта. Для чего же нужна эта цифра? Свой базальный обмен веществ должны знать те, кто хочет похудеть. И это некая планка, ниже которой вы не должны опускаться при составлении своей программы питания. Все, что будет ниже базового обмена веществ, будет расцениваться как голод. И если вы хотите похудеть без срывов, без эффекта бумеранга, в таком случае важно не снижать планку калорий ниже вашего основного обмена веществ. Повышайте свою грамотность вместе со мной и будьте здоровы! Не забудьте подписаться на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых публикациях. До встречи, пока-пока!